В Чебоксарах из республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн самовольно ушла женщина, которая лечилась от коронавируса. Сбежавшую пациентку обнаружили на остановке «Центральный рынок» недалеко от места, где она снимала квартиру. По данным пресс-службы МВД, ранее эта женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение общественного порядка. По инициативе прокуратуры в Чувашской республике возбуждено уголовное дело в отношении лица, страдающего коронавирусной инфекцией, которая самовольно покинула лечебное учреждение. А так, прокуратура Московского района города Чебоксары установила, что в апреле в республиканский клинический госпиталь для ветеранов войны госпитализирована 43-летняя местная жительница в связи с подтвержденным заболеванием коронавирусной инфекцией. При поступлении в больницу она была предупреждена о наличии у нее опасного инфекционного заболевания, необходимости исключения контактов с другими людьми и невозможности оставления ее места излечения до полного выздоровления. Несмотря на это, 6 мая текущего года она самовольно покинула больницу, создав тем самым угрозу массового заболевания людей. В тот же день она была задержана и вновь помещена в лечебное учреждение. Материалы прокурорской проверки были направлены в органы полиции для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 Уголовного кодекса России за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавших угрозу массового заболевания людей. В настоящее время уголовное дело возбуждено, и его расследование находится на контроле органов прокуратуры.